Газообразование, колоноскопия в норме, желудок, легкий гастрит, УЗИ норма, где копать? А где копать что? А если мы говорим про газообразование и про легкий гастрит, то это уже две проблемы, каждая из которых говорит о своем органе. Если легкий гастрит, то это воспаление в желудке, которое обязательно надо вылечить. Если это газообразование, то, наверное, есть большое количество газов, расположенных в животе. Где же они могут быть расположены? Давайте подумаем. Неужели в желудке? Да нет, конечно, тогда бы вы их отрыгнули. Может быть, они расположены в поджелудочной железе? Нет, это же железа, там нет места для воздуха. Может быть, в желчном пузыре? Такое иногда бывает, когда человек лежит в реанимации после серьезной травмы живота, когда туда физически попал воздух. Так, где же он может быть? Точно, наверное, в кишечнике. А именно оттуда он чаще всего и выходит у большинства людей. Поэтому это проблема с кишечником, которую тоже надо решить. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.